Друзья мои, привет! Я знаю, что многие из вас не смотрят сторис по каким-то причинам, поэтому снимаем вам видео, потому что прям в потоке мне идет эта информация, что этот аркан, туз кубков или туз чаш, про который я писала в сегодняшнем посте, что будут определенные проверки, всякие искушения разного рода характера, когда вы уже приняли какое-то решение, и что-то там начинается, то есть Вселенная, Творец, Источник начинает проверять нас на истинность наших намерений, слышим мы или нет свою душу, готовы ли мы бороться за свой выбор и за свой путь, да, за то, что хочет душа, наше высшее Я. То есть готовы ли мы идти и преодолевать, как говорится, какие-то препятствия и так далее, преграды, для того, чтобы прийти вот к этому. Туз кубков, туз чаши – это полная чаша жизни, то есть исполнение всех каких-то заветных желаний, любых желаний, то есть самые заветные желания, которые есть внутри вас, у каждого, ведь они свои. И вчера я сняла видео, как птица залетела прямо ко мне в квартиру, и сегодня туз кубков прям выпрыгивал уже несколько раз, и только я взяла его в руки и пошла потоком информации. И кто посмотрит это видео, они поймут, что это знак, что осталось совсем недолго. Нужно преодолевать препятствия, держать свое намерение, держать свое решение, не колебаться, не сомневаться, для того, чтобы Вселенная открыла пути, открыла возможности. Я в принятии. Я в позволении, я не соглашаюсь на полуоттенки, какие-то полутона и полумеры, и я выбираю свой истинный путь, делаем намерение и говорим: да, я согласна, я согласен, и да будет так.